Смотрите, я уже дошла до Нижней набережной. Тут вот у нас такая есть очень благоустроенная, красивая Нижняя набережная. Вот на ней находится так называемая аллея Муз. Вот. Я вам потом дальше покажу. Там есть скульптуры 7-8 музам. Вот. И вот там вот наверху остались вот эти вот дорогие коттеджи. Сейчас против солнца, но ничего. Вот такая вот она. Вот такая вот она красивая, наша Оболонь. И здесь уже совсем рядышком Днепр. Совсем рядышком. Очень много велосипедистов. Очень много прогуливающихся людей. В общем, любимый уголок всех оболонцев и не только. Я знаю, что даже из других районов Киева сюда в выходные дни приезжают отдохнуть, погулять, пофотографироваться. Вот, настолько у нас популярна Оболонь. Смотрите, друзья, я дошла уже до аллеи Муз. Вот она. Вот она дальше. Вот, и вот она, скажем так, находится перпендикулярно вот той длинной набережной, по которой мы только что с вами шли. Там и нижняя, и верхняя набережная. Вот она таким... Вот там вот, куда я направила камеру, вот там мы были с вами. Там мы начинали свой путь. Мы оттуда шли. Вот так вот сюда дошли. Здесь сзади за моей спиной гольф-клуб. Так, вот это гольф-клуб. И там, может быть, будет видно немножко дальше, если я пройду по этой набережной, само гольф-поле, если оно не сильно заросло деревьями, скажем так, не оно, конечно же, не поле, а если оно не закрыто, его, скажем так, границы вот этими деревьями, которые вот за скульптурами, за этими музами стоят, то вы, конечно же, увидите это гольф-поле. Видите, что у нас Оболонь, скажем так, не бедный район. Она очень благоустроена, конечно же. Она очень же комфортна. Она очень красива. И, как я говорила, она такая эмоционально теплая. Здесь жить очень комфортно. Вот там виднеются уже вот эти музы на постаментах. Кстати, их сделали ученики, вот здесь ученики художественной академии, которая находится у нас здесь на Оболоне. Вот, вот эти вот скульптуры, музы, вот они уже вблизи. Если бы я еще знала их название, если бы они еще были подписаны. Но я здесь включила камеру не только поэтому. Смотрите, буквально вчера я с вами сидела в Мариинском парке, в городском саду, вернее, да, вот ответвление Мариинского парка, вот на такой же лавочке. И вот тут тоже можно вот на них посидеть. Пойдемте дальше, друзья мои. Вот, я обещала вам показать гольф-поле. Я вот нашла такой участочек, где его не закрывают кусты и деревья. Сейчас вам слышно, вот, видимо, вот этот стучащий звук. Это здесь поливалка работает. Вот, разбрызгивает воду. Вот такой вот гольф-центр. А еще у нас здесь по Днепру на Оболоне вот плавают такие кораблики. Вот. И я так понимаю, что это прогулочный кораблик, который берет свой маршрут от Почтовой площади. Потому что я вижу, это не яхта, это большой
большой такой кораблик. Рыбачки стоят на берегу, ловят рыбку. Мужчина прямо стоял, медитировал, а потом бултыхнулся в воду. Если бы знала, то включила бы камеру. И, по-моему, сейчас слышна музыка с этого прогулочного кораблика. Да, это она оттуда несется, с кораблика. Вот так вот набережная продолжается еще дальше. Провожу вас, друзья мои. Уже вечереет. Вот и закончилась наша прогулка по Оболонской набережной. Я думаю, что вам понравилось. Приезжайте к нам на Оболонь. Приезжайте, получайте здесь релакс, отдых. Это очень красивый, очень комфортный район. Здесь очень много мест, где можно отдохнуть, прогуляться даже просто у реки и подышать свежим воздухом. Приезжайте не только на Оболонь, приезжайте в любой район Киева. Это я обращаюсь к гостям. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть в Киеве. Мы обязательно туда с вами поедем. Да, и попрощаюсь с вами. Новенькие, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте вопросы. Я надеюсь, вам понравилась наша прогулочка. Всего вам доброго. С вами была я, Светлана. Пока-пока!